Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на Танковом кольце. По предварительным данным, водитель Рено Флюинс, двигаясь по проспекту Универсиады, в нарушении правил движения выехал на кольцо, не пропустив Дэйву Нексия и протаранив последнюю на полном ходу. Рамиль Шайдулин спросил, почему мужчина не убедился в безопасности своего маневра. Он говорит, из-за этого столба, что ли, что тут, из какого-то столба. Водителю Рено увидеть едущий автомобиль помешал столб. 48-летний мужчина приехал в Казань из Мензелинска и, возможно, не знал особенностей этого участка дороги. Поэтому и выехал в полной уверенности, что для движения нет никаких препятствий. Но через мгновение он врезался в бок Дэйву Нексии. От удара машину отбросило на несколько метров. Я даже не подходила, я сразу побежала к дочери. Посмотрела. Ну, обошлось, да? Ну, самое главное, да, сама цела. Металл-то с ним. За рулем Дэо была 21-летняя девушка. Ее и 29-летнего пассажира госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. У пострадавших диагностированы ушибы нижних конечностей. Водитель Рено от госпитализации отказался. Пока оформляли все документы, у него была возможность осознать собственную ошибку, в том числе и на других примерах. На этом же месте, точно по такому же сценарию, едва не произошло еще несколько столкновений. Дэо после удара была способна передвигаться своим ходом, а вот владельцу Рено понадобилась помощь, чтобы эвакуировать свой автомобиль. Рамиль Шайдулин, Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112.